следующий член жюри, который также томится в закулисье, мечтая поделиться с вами своим искусством, Александр. Ходи, ходи. Медведев. Его волшебный стул. Можно что-то сделать? То у меня дар. Нет, дело у меня гитарка просто подвела. Это дело не в звуке как таковом. Добрый вечер. Кораблик в затоне гонит волна туда, где скалисто видно. На самом высоком балконе надо было не курить, а молиться. Слышишь, страх сползает по крышам тише. Не мозоль ему очевидно. На самой высокой из вышек надо было орать, что есть мочи, но к черту все условности стерты швами. Разделительных полос видно. На самом высоком аккорде надо было сорвать себе голос словом «любовь». Строчкой для Бога, словом «любовь». Строчкой для Бога. Брошен и землей отгорожен, скошен пилюлей плацебо видно. На самой высокой из ложей кто-то застеклил выход в небо. Кроме нас никого в этом доме кормим. Обещаниями совести видно. На самом возвышенном слове надо было заканчивать повесть словом «любовь». Строчкой для Бога, словом «любовь». Строчкой для Бога. Спасибо.